В сегодняшнем выпуске «Место встречи Иерусалим». Белый дом настаивает на подписании ядерной сделки с Ираном. Официальные лица США говорят, что Иран может получить достаточно материала для ядерной бомбы всего за несколько недель. Новые обвинения в незаконном использовании полиции современных шпионских программ против семьи бывшего премьер-министра Нетаньяху и ситуация в Украине. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске «Место встречи Иерусалим». Приветствую вас в сегодняшнем выпуске «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл. Представители разведки США заявили Сенату, что Иран может произвести достаточное количество обогащенного урана для ядерной бомбы за считанные недели. Белый дом предупреждает о том, что окно для возможности достигнуть сделки закрывается. Один из сенаторов назвал данные о сроках создания Ираном ядерного оружия отрезвляющими и шокирующими. Белый дом утверждает, что ядерные переговоры в Вене стали еще более безотлагательными. Наши переговоры с Ираном достигли важнейшего момента в контексте возвращения обеих сторон к полной имплементации СВПД. Соглашение, которое описывает ключевые моменты обеспокоенности обеих сторон. Но если оно не будет достигнуто в ближайшие недели, то движение Ирана в развитии ядерной программы сделает невозможным для нас вернуться к нему. Критики предупреждают, что в погоне за сделкой администрация Байдена идет на слишком большие уступки. Бен Талиблу из Фонда защиты демократии говорит, что Белый дом уже более года идет на уступки Ирану. Я думаю, что администрация Байдена торопится и действует, исходя из острой необходимости в сделке после года преждевременных уступок, таких как косвенное ослабление санкций, отсутствие принудительных санкций. На протяжении 2021 года они закрывали глаза на экспорт иранской нефти. Кроме того, отсутствует план противодействия Исламской Республике на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что снятие санкций придает Ирану смелости. Снятие санкций и вливание в этот режим миллиардов долларов означает больше ракет, больше БПЛА, больше террор-групп, больше кибератак и так далее. Не только против нас, но и против наших американских и других союзников в регионе. Бен Талиблу говорит, что администрация Байдена пытается отойти от Ближнего Востока, но Ближний Восток не покинет США. Исламская Республика стремится не только вывести Америку из игры, но и стать здесь гегемоном, чтобы заполнить пустоту. На самом деле это может стать причиной войны, которая вынудит США вернуться. Всего несколько дней назад Иран представил ракету большой дальности с заявленной дальностью полета 1440 километров, в результате чего в пределах досягаемости оказались базы США и Израиля. Тем временем больше 30 сенаторов-республиканцев направили президенту Байдену письмо с требованием дать Сенату высказать свое мнение по поводу возобновления ядерной сделки. Первоначальное ядерное соглашение 2015 года не получило одобрения Сената. В Израиле новые сообщения о незаконном использовании шпионского ПО против граждан страны подняли скандал на новый уровень. Утверждают, что полиция использовала эту технологию против семьи и близких соратников бывшего премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал подобные действия полиции неприемлемыми в демократическом государстве. Эти киберинструменты предназначены для борьбы с террором, для борьбы с тяжкими преступлениями. Они не предназначались для использования против граждан. Мы проведем быстрое и детальное расследование, потому что все мы заслуживаем ответов. Бывший премьер-министр Нетаньяху был еще категоричнее. Это темный день для государства Израиль. Не потому, что это касается меня, что, впрочем, будет иметь далеко идущие последствия. Я думаю, что это дело касается всех граждан страны, как правых, так и левых. Всех граждан страны без исключения. То, что произошло, это нечто недопустимое. Израильское издание «Калкалист» сообщило, что полиция использовала шпионское ПО «Пегасус» для взлома телефонов израильтян, в число которых попал сын Нетаньяху Авнер и члены его ближайшего окружения. Чиновники полиции незаконно использовали для слежки самые продвинутые средства шпионажа в мире. За гражданами следили, их слушали, раскрывали их самые сокровенные секреты, и кто знает, каким ненадлежащим образом была использована добытая информация. Это беспрецедентный случай. Это граничит со шпионажем и государственной изменой чиновников. И это очень серьезная проблема. Шпионское ПО «Пегасус» разработано израильской группой НСО, которая утверждает, что не раскрывает клиентов и не имеет доступа к собранным данным.
Компания добавляет, что все разработки одобрены Министерством обороны Израиля, поскольку данное ПО используется правительством для борьбы с преступностью и терроризмом. Адвокат Клингер говорит, что действующий израильский закон делает почти невозможной установку шпионских программ в гражданские телефоны, если это не продиктовано вопросами национальной безопасности. Это означает, что сбор данных был огромным и беспрецедентным, и все это сделано незаконно, с созданием базы данных, которая может навредить всем остальным, и без какого-либо юридического надзора за этим. Президент Израиля говорит, что правоохранительные органы, будучи служителями закона, не имеют права относиться легкомысленно к его исполнению. Те, кто следит за исполнением закона, должны быть принципиальны как в легких, так и в тяжелых случаях, более чем кто-либо другой. Мы не должны утратить нашу демократию, мы не должны потерять нашу полицию, и уж точно мы не должны лишиться доверия общества к ним. Один из тех, за кем, как сообщается, шпионили, бывший помощник Нетаньяху, который стал свидетелем и должен был дать показания против Нетаньяху. Некоторые аналитики считают, что если обвинения верны, этого может быть достаточно, чтобы дело против Нетаньяху было прекращено в суде, что, впрочем, вызовет еще одно политическое потрясение. Далее в программе. Кувалда. Новая книга об осуществлении древней мечты о мире на Ближнем Востоке. Администрация Трампа заключила то, что большинство людей считало невозможным. Мирное соглашение между Израилем и его арабскими соседями. В то время посол США в Израиле Дэвид Фридман был одним из главных инициаторов того, что стало известно позже как «Соглашение Авраама». Генеральный директор CBN Гордон Робертсон говорил с послом Фридманом о его новой книге, но сначала кратко о том, чего Дэвид Фридман достиг за время своего пребывания в должности посла. Дэвид Фридман был послом в один из самых исторически важных периодов в отношениях между США и Израилем во время исторических событий на Ближнем Востоке. 14 мая 2018 года Фридман председательствовал на открытии посольства США в Иерусалиме. Этот шаг готовился десятилетиями и, по мнению многих, мог спровоцировать региональную войну. Вместо этого воцарился мир. Фридман сыграл ключевую роль в разработке исторических соглашений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко, соглашений Авраама. На протяжении десятилетий многие говорили, что это невозможно сделать без предварительного разрешения палестинско-израильского конфликта. Фридман и его команда разрушили это общепринятое мнение и добились ошеломительных результатов. В своей новой книге под названием «Кувалда» Дэвид Фридман раскрывает закулисные маневры, как разрыв с прошлым принес мир на Ближний Восток. От овального кабинета до региональных залов власти. Это история, стоящая за соглашениями Авраама. С нами на связи величайший, на мой взгляд, из послов США в Израиле, который у нас когда-либо был, посол Дэвид Фридман. Его новая книга называется «Кувалда. Как разрыв с прошлым принес мир на Ближний Восток». Посол Фридман, приветствуем вас в Клубе 700. Спасибо, Гордон, для меня это большая честь. Большое спасибо. Что ж, давайте поговорим о книге. Например, там в названии есть громкое слово «кувалда». Почему вы использовали его в качестве названия? На самом деле, это метафорическое название выбрало «Нью-Йорк Таймс». Мы участвовали в церемонии открытия дороги паломников. Это невероятная находка, древняя дорога от Силаамского пруда, где купались иудейские паломники, прежде чем подняться в храм, ведет к Храмовой горе. Это было невероятное открытие. Дорога была обнаружена в неизменном виде. Она была построена Понтием Пилатом около 30-го года нашей эры. Несомненно, это была дорога, по которой ходил Иисус, когда поднимался в храм, совершая паломничество три раза в год. На этом торжественном открытии мне дали кувалду, чтобы я разбил символическую стену. Конечно же, с нашей точки зрения, это было невероятно трогательное и мирное действие, но «Нью-Йорк Таймс» сочла его крайне провокационным и сравнила мое продвижение вперед с кувалдой. Я решил использовать эту метафору, чтобы объяснить, что кувалда в переносном смысле — это именно то, что может решить проблемы с воротами. Многие проблемы с воротами на Ближнем Востоке.
Вы определенно порвали с устаревшими стандартами. Вам пришлось бороться с Госдепартаментом, госсекретарем, чтобы выполнить волю Конгресса. Был перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Сегодня это кажется чудом, но вы это сделали. Как вам это удалось? Ну, во-первых, я думаю, что это действительно было чудо. Знаете, люди, которые оценивали мою квалификацию, часто говорили, что моя недостаточная квалификация и то, что я не профессиональный дипломат, это на самом деле хорошо. Но мало кто это действительно понял. Я относился к своей работе, будучи глубоко убежденным в том, что на этом месте я оказался не просто так. Было слишком маловероятно, что я когда-нибудь получу эту должность. Но я чувствовал, что во всем этом процессе определенно присутствовал момент чуда. Так что я согласен с вами. Это действительно было чудо. Кроме того, я пришел к этому будучи верным одному человеку, президенту Соединенных Штатов. Он назначил меня, и я столкнулся с сопротивлением, в том числе со стороны госсекретаря Рекса Тиллерсона. С Помпео все было совершенно иначе. Но Тиллерсон был очень негативным. Кроме того, в администрации были другие люди, которые не хотели перемещать посольство, не хотели сближения Соединенных Штатов с Израилем. Я отвечал им всем: идите и скажите об этом президенту, если он согласится с вами, я буду следовать его инструкциям. Но я намерен высказать ему свое мнение. И я буду следовать его указаниям. Я не работаю ни на кого из вас. Вы знаете, мне почти 60 лет, у меня большой жизненный опыт, и я не ищу повышения. Я не стремлюсь заслужить хорошую оценку. Я стремлюсь добиться результата, и я готов выполнить решение президента. Что бы ни решил президент, я буду следовать за ним, но я хочу довести до него аргументы, почему мы должны перенести наше посольство, почему мы должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, почему мы должны изменить нашу точку зрения на законность еврейских поселений в Иудее и Самарии, и почему мы можем делать все это и при этом заключать мир с соседями Израиля. Все сводится к отношениям, которые у меня были с президентом Трампом, а также к влиянию и возможностям, которыми он наделил меня для осуществления этих планов. Что ж, давайте поговорим о другом чуде, а именно о соглашениях Авраама. И здесь вы вступили в конфликт с предыдущей администрацией Джоном Керри, госсекретарем при Обаме. Как известно, бытовало мнение, что не может быть мира с другими народами, пока вы не заключите мирного соглашения с палестинцами. А вы взяли кувалду и разбили это убеждение. Как появились соглашения Авраама? Нужно было воевать с Государственным департаментом, отстаивать это мудрое решение. Другие даже не хотели пытаться, а вам это удалось. Как? Все началось с переезда посольства в Иерусалим, потому что первое, что нам нужно было сделать, это нарушить вето палестинцев. Мы хотим добиться прогресса в регионе. Мы хотим, чтобы палестинцы жили лучше. Мы не можем быть более пропалестинскими, чем палестинское руководство, которое, к сожалению, на данном этапе варьируется от коррумпированного до террористического. Мы должны были положить конец этому вето, которое они очень эффективно применяли в течение более чем 50 лет, и если бы не это, ничего бы не продвинулось вперед. Перемещая посольство, мы заявили, что мир движется вперед. Соединенные Штаты пообещали государству Израиль, что переведут посольство в Иерусалим. Закон о посольстве в Иерусалиме в 1995 году был одобрен 425 членами Конгресса. Мы собирались выполнить это обещание, потому что это обязательство перед Израилем, которое взяли на себя Соединенные Штаты и взял на себя во время своей предвыборной кампании президент. Палестинцы начали понимать, что у них нет права вето, и на это обратил внимание весь мир. Тем более, что перенос посольства не привел ни к какой вспышке насилия. Мы продолжали демонстрировать беспрецедентную поддержку государству Израиль, и в то же время у нас было что предложить всем этим арабским странам. С некоторыми из стран мы стали хорошими друзьями. Я думаю, что они поняли, что в столь опасной части мира действительно быть лучше в союзе с Соединенными Штатами. Когда они увидели, какими хорошими друзьями мы были для Израиля, многие из них сказали: «Мы хотим иметь с Соединенными Штатами такие же отношения».
отношения. Как нам стать ближе к Соединенным Штатам, чтобы у нас были такие отношения? Во всех случаях дорога хотя бы частично вела через Израиль. Мы говорили, нам очень трудно поддерживать с вами такие отношения, если вы будете враждебными по отношению к нашему самому лучшему союзнику в регионе. И таким образом США, как центр внутри колеса, к которому крепятся спицы, объединили все эти страны. Не как угроза, не как противник, а как огромная возможность и союзник. Это началось с того, что США заняли принципиальную, непримиримую позицию в защиту государства Израиль. Далее в программе. Корреспондент CBN Джордж Томас с новостями о текущей ситуации в Украине. Напряженность на российско-украинской границе растет, поскольку российские войска проводят военные учения с Белоруссией. Из нашей студии в Иерусалиме я поговорил со старшим международным корреспондентом CBN Джорджем Томасом, который находится в Украине, чтобы узнать больше о текущей ситуации. Джордж, вы находитесь в Украине. Учитывая надвигающуюся опасность российского вторжения, расскажите нам, как сейчас чувствуют себя люди. Знаете, Крис, это совершенно невероятно, потому что, находясь здесь, в Киеве, никогда не почувствуешь, что почти две трети страны окружены более чем 120 тысячами российских военных. На самом деле, я сейчас нахожусь в довольно новом торговом центре здесь, в Киеве, и знаете, люди просто ходят, они ходят в магазины, они едят, они отдыхают в фудкортах, но вы действительно не почувствуете, по крайней мере здесь, в Киеве, что надвигается угроза. И, очевидно, идет много внутренних споров о том, чего же, собственно, добивается Путин, какова его конечная цель, каковы его амбиции здесь, в Украине. И люди до сих пор ломают голову, понимаете, пытаясь понять на самом деле, действительно ли он собирается совершить полномасштабное вторжение в страну. И, очевидно, это еще предстоит выяснить. Джордж, расскажите нам, если Путин решит вторгнуться в Украину, каковы будут последствия? Последствия будут ужасающими. Я имею в виду, если вы посмотрите на то, что произошло с Украиной за последние 30 лет после распада Советского Союза, вы знаете, в каком-то геополитическом контексте Украина была одним из государств-сателлитов бывшего Советского Союза и притом призовым государством-спутником. Почему? Потому что раньше Украину называли «житницей Европы». Здесь есть пшеница, здесь есть все виды сельскохозяйственных культур и полезных ископаемых. Это не только красивая страна, но и природно очень богатая во всех отношениях страна. Таким образом, вы должны помнить, Крис, что после революции на Майдане 8 лет назад здесь, в Украине, много всего изменилось. Украина сегодня — это не Украина 8 лет назад. На самом деле, многие из перемен можно было бы назвать антироссийскими и прозападными. Итак, революция, которая произошла 8 лет назад, сильно изменила менталитет украинцев. Еще несколько лет назад здесь было много русскоязычных украинцев, а сегодня все меньше и меньше украинцев говорят по-русски. На самом деле, они предпочитают говорить по-украински. Это показывает, какая в стране напряженность. И я думаю, что в каком-то смысле Владимир Путин в Москве осознает, что он теряет контроль над Украиной и пытается вернуть его. Он теряет контроль над Украиной, потому что она все больше и больше становится западной страной и вступает в альянсы с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Скажите нам вкратце, почему так важно то, что происходит сейчас в Украине? Потому что Украина в последние 30 лет была, Крис, буквально маяком демократии. Что произошло после распада Советского Союза, так это то, что страны-сателлиты — Литва, Словакия, Словения, Украина — приняли демократию. И сегодня они соседи России, авторитарной диктатуры. И они видят Украину. Они видят свободу. Экономическую, религиозную свободу. И это огромная угроза для Владимира Путина. То, что рядом есть успешная и растущая демократия — это угроза, угроза для Кремля. Далее в программе. Продолжение интервью с Джорджем Томасом, молитва за народ Украины и за ситуацию в этой стратегически важной стране.
Спасибо, что смотрите «Место встречи Иерусалим». Мы стремимся предоставлять вам объективные репортажи из Святой Земли через еженедельные трансляции, подкасты и онлайн-медиа. Наше видение состоит в том, чтобы донести до миллионов людей по всему миру правдивую историю о том, что происходит в Израиле и на Ближнем Востоке, с библейской и пророческой точки зрения. Это масштабное видение, которое стало возможным только благодаря щедрой поддержке таких людей, как вы. Звоните нам по телефону 1-800-707-000 или посетите наш сайт cbn.com/jerusalemdateline. Ваши пожертвования помогут пролить свет истины об Израиле по всему миру. Мы возвращаемся к нашей теме, Джордж. Вы находитесь в Украине, в Киеве. Расскажите, как люди могут молиться о ситуации в Украине. Молитесь за лидеров, христианских лидеров, пасторов, у которых есть процветающие церкви по всей стране. Их огромное количество. Я имею в виду, например, прошлым летом в Харькове около 40 тысяч христиан пришли на огромный стадион, и около 10 тысяч украинцев отдали свои жизни Иисусу Христу. Евангелие процветает, и сегодня я беседовал с лидерами по всей стране. Это христианские пасторы. Они все молятся, они все постятся. И они придумывают способы, как реагировать на эту ситуацию. У них есть планы действия. Они не хотят делиться подробностями из соображений условий безопасности. Но я знаю, что сегодня церковь в Украине процветает, она растет, она горит и готова реагировать на кризис. У нас осталось еще немного времени. Джордж, поведите нас, пожалуйста, в молитве. Конечно, для меня честь сделать это. Господи, мы молимся за народ Украины. Мы молимся за Украину. Мы молимся и за Россию. Мы молимся за президента Зеленского, президента Украины. Мы молимся за Владимира Путина в России. Господь, за этих людей и всех тех, кто находится за кулисами, пытаясь добиться мирного решения. Господь, война ужасна, она разрушительна, Господи. Это не нужно Украине, и это не нужно России. Поэтому я просто молюсь за церковь, чтобы ты дал ей мудрость, как вести себя в случае эскалации, военной эскалации. Я молюсь, чтобы ты прежде всего дал ей мудрость и разумение, как использовать ресурсы, необходимые для тех, кто может попасть под перекрестный огонь. Во имя Всесильного Иисуса мы молимся. Аминь. Аминь. Спасибо, Джордж. Берегите себя. Мы с нетерпением ждем ваших репортажей. Спасибо большое, что пригласили меня. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Пожалуйста, продолжайте молиться за ситуацию в Украине и за людей, попавших под этот геополитический перекрестный огонь. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нашими новостями через Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Доступ к программам CBN также открыт через приложение CBN News и другие приложения CBN. Не забудьте подписаться на нашу email-рассылку, чтобы вы могли продолжать получать весь захватывающий контент CBN. Я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организации Weekend. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.